Доброе утро. Да, доброе утро. Ну, вообще, да, по поводу голосов я тоже сразу вспомнил старую шутку о том, что это когда вот человек, когда человек говорит с Богом, это называется молитва, а вот когда Бог говорит с человеком, это называется шизофрения. Вот, это уж не говоря про другие слова, но вообще, когда вам вообще в голову приходят странные мысли, никогда не мешает просто еще раз проконсультироваться с врачом. Но вообще, несмотря на то, что мы живем как-то в демократическом обществе, вот проблема получения некоторой запретной информации, она так или иначе имеет место быть. Например, бывают ситуации, когда вы не хотите афишировать то, что вы читаете, смотрите, например, на работе или при детях. И вот есть решение технологичное в интернете. Вот на одном из сайтов, посвященных техническому апгрейду, вот так предлагают изменять LCD-мониторы. С помощью небольшой технологии старого монитора, солнцезащитных очков, растворитель, скипидар, нужен резак, отвертка, сверла, бумажные полотенца, суперклей. И на экране для всех, кроме вас, это простой белый экран, а вот если вы надеваете обычные солнцезащитные очки, вы видите, что там есть. То есть это фриварная такая история, что называется из разряда «сделай сам». Да, «сделай сам», да, ну или, как сказать, вот уже появились некоторые конторы, которые предлагают за деньги таким образом проапгрейдить ваш монитор. Если говорить уже еще, продолжить разговор о вражеских голосах, но нужно ответить, что даже в те прежние годы в этом было что-то положительное с точки зрения даже современных левых. Например, в западных радиостанциях все слушали хорошую западную музыку, но горечь тех лет прошла, сейчас можно слушать любую музыку, причем когда угодно, где угодно. Тем не менее, какие-то новые сервисы все время вводятся. Но по телевизору хороший по-прежнему не очень много. По-прежнему хороший немного, вообще, в принципе, вот. Но есть теперь легче как-то определять хорошую, ну, скажем, поскольку каждый для себя это определяет сам. Вот появился вот такой новый сервис «Монстра». На этом сервисе собирается информация о самой популярной вот в данный момент, например, на Твиттере музыки. Причем делается популярностью среди, ну, соответственно, твоих друзей. Ты смотришь, да, что твои друзья слушают. Ну, популярные и хорошие, это не всегда синоним. Но они же как бы отмечают это, вот, то, что им нравится. Ты понимаешь, что среди твоих друзей в основном люди слушают вот такую музыку. И ее тебе предлагают послушать. Ты делаешь вывод, что или ты не то слушаешь, или у тебя не те друзья. А пока вот я хочу вам просто поставить на свой вкус вот одну из песен, которая меня потрясла, причем даже, может быть, не музыка, а своим видео. Это американские альтернативщики «Окей Го», о которых я неоднократно рассказывал. А сейчас будет, как говорит наш ленинградский певец, «Злая и матерая соляга». Спасибо большое, Слава. Спасибо, Слава.